Я считаю, что человек должен пройти по какому-то пути и совершить какие-то определенные поступки и действия. Грубо говоря, мир — это большая машина, в которой каждый является винтиком, то есть этот винтик должен что-то сделать, и в итоге должно что-то обязательно получиться. Что получится, мы не знаем. Поэтому винтик, как он не упирается в разные стороны, хочу так, хочу это, а вот так не хочу. Если ребята наверху решают, его все равно задавят, заставят и поставят в такую ситуацию, при которой он вынужден будет совершить все равно определенные действия. Когда он свою функцию выполняет, соответственно, он уходит из этого мира. Космонавтом. Я хотел стать космонавтом в детском саду. Маленькие дети, они все хотели быть космонавтом в наше время. Скалы у меня появились в 3-м классе первый раз. Потом в 7-м классе я съездил на скалы также летом. Я начал тогда заниматься, 14 лет скалолазанием. Наверное, самый как бы счастливый, яркий был период именно вот 90-е года, с 91 по 99 год. Мы находимся в вертолете, который в этот момент производит десантирование альпиниста БМП «Компакт» Романа Юрина на шпиль. Потому что работы были, конечно, очень яркие. Все на высоте практически было. А то, что на земле, все равно было элитным. Опять же, подготовка похорон к Николаю II, то есть мы делали склеп. Много работ было в Петропавловской крепости. И в 91 году, летом, мы демонтировали шарик на шпиле Петропавловки вертолетом. Были постоянно как бы на экране. Это как бы проходящее все, а сами работы, конечно, это вот очень яркий такой пласт большой, богатый, что, ну, наверное, то есть это уже не повторится, конечно. В 9 сентябре мы закончили работу по адмиралтейству, я тогда из конторы уже ушел. То есть был тогда замдиректора по высотным работам. Вот, и ушел работать в авиакомпании, с которой мы работали, и вот мы делали монтажи все. Вот, ушел туда как бы зам генерального директора по строительно-монтажным и спасательным работам. Вот. А Армения началась с того, что, ну, услышали по радио, что вот такая история, землетрясение в Армении началось. Вот, и как-то, бродя по Невскому, значит, зашел в местный комитет комсомола, сказал, что набрался наглости, сообщил, что у меня, значит, там 150 человек, все альпинисты, все туристы многоопытные, которые во всех спасательных работах участвовали, и которые сидят на рюкзаках и готовы выехать в Армению. Вот. А так как тогда не было никаких МЧСов, никаких спасателей, непонятно было, кого посылать, народ, естественно, обрадовался, нас доставили в Ленинакан. Поразило то, что было очень много военных с оружием. То есть был объявлен комендантский час, как это ни странно. И мы столкнулись с проблемой там, что мы, работая на доме, да, там откапывая людей, нас приходили вооруженные люди, говорили: комендантский час, уходите. Мы говорим: там же живые. Там можно достать. С таким как бы количеством смертей я столкнулся первый раз в жизни. Вот. Ну и все мы тоже, потому что такого не было ни у кого, нигде.
Не знаю, я думаю, что да, как-то это на меня повлияло. Ой, даже не знаю, то есть там была такая ситуация у нас, вот, когда нам обратились там двое ребят, вот на доме, где мы работали, не знаю, потом это в эфир пойдет, не пойдет, нашли маму. Мама погибла, вот, но проблема была в том, что тело-то мы откопали, вот, а голова мамы была зажата между балками, и труп было не вытащить. Вот, и там пришлось, то есть, ну, реально, разжать балки не было, нечем было, не было ни инструмента, ничего не было абсолютно. То есть, ну, балка там, несущая балка вот такого размера, то есть, как, за... Вот, и там просто банально пришлось голову отрезать. Вот, я предложил, как бы, парням, там, в принципе, там все были старше меня, вот. И как-то так, ну, кто... Как-то народ замежевался, но я тогда взял просто тонкую капроновую веревку, значит, потому что лопата как-то была, это не по-человечески, значит, вот эта капроновая веревка как пилой, значит, перепилил. Ну, тогда я бутылку водки выпил сразу, не почувствовал. Вот, и после этого, я не знаю, что произошло, но я притупилась острота восприятия внешнего мира. Трагедия, так это трагедия, там, радость, это радость. Вот такого уже больше не было никогда. Просто когда начал копаться, почему там вот с эмоциями, как бы у меня там проблемы на самом деле. Вот, особенно там на похоронах, то есть я, ну, как бы спокойно себя веду. То есть как бы там близкий человек не умирал. Вот, ну, как-то так, ну да, вот случилось, вот. Ну, и радость тоже, там народ там, там круто, здорово, красиво, там, ну да, красиво, пошел дальше. Сел на мотоцикл 40 лет, за 10 лет я отъездил 8 зим. Пожалуй, единственный был, наверное. Ну, потом стал работать инструктором, людей учить ездить, когда уже ушел от авиакомпании. Ну, есть какие-то моменты, которые очень тяжело человеку объяснить. То любое проявление инстинкта самосохранения на мотоцикле человеческого, он является фатальной ошибкой. Это рефлексы. Они так называются ПИС, проявление инстинкта самосохранения. Вот. И вот эти ПИСы, они убивают. То есть бороться с ними абсолютно бесполезно, потому что это наше нутро, наша суть, да, за счет которой мы выживаем в этом мире. Долго думал, как это все образовать. Родился такой метафор, значит, человек-мотоцикл. То есть по аналогии, ученик приезжает, там садится, говорит, ну, понимаешь, говорю, ты должен стать мотавром. Он, кем? Я говорю, мотавром. Угу. А кем, ты знаешь, что это такое? Нет. А чего угу? Ну, мотавр, ну, кентавра знаешь? Да. Матавра, теперь понял, кто ты такой? А, да, все, вот теперь понял. То есть, когда мысль такая пришла, что когда человек становится матавром, то есть он пускает корни в мотоцикл, становится одним целым, там невозможно его разбить. Что-то типа валета. Два существа, которые вот они растут друг от друга. Друг из друга. И поэтому они просто не могут разорваться, потому что не являются одним целым. Сердце, видимо, наверное, все-таки в коже сердце. Оно как бы должно быть там. Вот. Но мотавр такая штука, у него есть еще двигатель же. Вот. Поэтому, видимо, у него два сердца. Человек с сердцем, да, с большим сердцем, это как бы хороший человек. Человек, имеющий два сердца, то есть человек еще лучше должен быть. И среди именно мотавров не бывает плохих людей.
тому, что я являюсь организатором, родоначальником, там, не знаю, там, придумщиком этого движения, я никак не отношусь, честно, потому что, ну, я считаю просто, что я оказался в нужное время, в нужном месте, как бы, и подхватил идею, которая лежала просто на поверхности. Был бы не я, был бы кто-нибудь другой. Вот, но движение бы все равно было бы. Поэтому тут, ну, мне предложили, я его поднял и пошел дальше. То есть, как бы вот так. Как-то мы приехали тоже на мотоцикл покатать детей. Вот, и, ну, покатали, как бы там, отдали мамкам, значит. И с администрации больницы к нам приходит наш куратор. Вот, и там рассыпается в спасибах, там, спасибо. Че спасибо-то? Мы приехали, как бы, и покатали. То есть нам самим это, как бы, приятно. То есть ничего такого нет, мы ничего такого. Вы, говорит, не понимаете, в чем дело. Потому что вот все эти дети, которые находятся на отделении, кого вы видите, они знают, что они умирают. Все дети, они знают, что они умирают. И поэтому никто из этих детей не думает про завтра. То есть они все думают сегодняшним днем. Вот. А вот этот, говорит, мальчик, которого ты покатал, он когда слез с мотоцикла, подбежал к маме и сказал: когда я вырасту, я буду мотоциклистом. Вот. Вот тогда торкнуло. Реально.